Всем привет! Вы на канале интернет-магазина карнавальных костюмов grandstart.ru. В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами карнавальный костюм для аниматоров. Это костюм принцессы Эльзы из мультсериала «Холодное сердце». В нашем интернет-магазине представлено несколько вариантов костюмов Эльзы. Некоторые мы уже рассматривали. Сегодня мы рассмотрим новый костюм Эльзы. Вот так вот он выглядит в запечатанном виде. Данный костюм можно использовать даже как снежную королеву, на любую там метелица, на любую сказку, в детский садик или в школу. В товаре у нас визитка интернет-магазина grandstart.ru. Костюм Эльзы очень популярен сейчас, так как все смотрят этот мультик. Давайте посмотрим, из чего состоит комплект. В товар входит у нас вот такая вот корона, уже расшитые стразами, и у нас здесь такие серебряные пайетки, которые переливаются. Вот можете посмотреть, и ткань сама вся переливается. Корона на резинке у нас идет, то есть по голове регулируется. Вот такая вот яркая серебристая корона. Далее в комплект у нас входит такой вот топик вместе уже с нашитым плащиком. Посмотрите, вот такой вот топ ярко-голубого цвета из пайеток. Посмотрите, как он переливается. На фотографиях просто шикарно смотрится. По низу у нас идет нашитая тесьма также с серебряными пайетками, которая блестит. Вот так вот это выглядит. Топик тянется. Сзади он идет на резиночке по спинке, то есть вот вы можете, видите, тянется, регулируется, то есть по спине, то что подойдет размерчик, все нормально будет. Далее рукава у нас идет из сеточки, вот такая ткань с сеточкой, вот так вот выглядит длинный рукавчик прозрачный. Здесь у нас уже на рукавчике идет вот такая вот петелька, сюда пальчик просовывается, чтобы держать рукавчик. Вот так вот длинные рукавчики. И к спине у нас пришит вот такой вот длинный плащик. Посмотрите. Сначала он идет серебряного цвета. И далее у нас идет белая прозрачная такая органза. Вот так вот это выглядит. Все переливается. То есть хорошо носить можно одел и не переживать, что это все будет плащик спадать. Он не будет спадать, потому что он пришит. То есть это очень удобно в этой модельке. Не надо не завязывать ничего, он просто будет находиться сзади. И в комплект у нас входит длинная юбка. Юбка на резинке тянется. Вот можете посмотреть. Юбка длинная в пол. Такая вот прочная, плотная. Вот так вот она выглядит внутри. Вот такая вот юбка. Материал не просвечивается, он очень плотный. Длинная юбочка. Вот весь комплект у нас. То есть юбка, кофточка вместе с пришитым плащиком и головной убор. Если вам понравился данный костюм, вы можете заказать его на сайте grandstart.ru или позвонить нам по телефону.